Освещение не очень. Такая пасмурная погода. Вечер. Прикольный такой вот сад-огород. Пермакультурщики, наверное. Надо было сюда салат. Короче, нафиг тут в супермаркет ходить. Сюда заехал вечерком. Да нет, ну, с ними можно ж поработать. Поучаствовать, познакомиться. Да ты шо, огонь. Спокойно заезжаешь сюда. Класс. Такие грядочки, рисуночки, лисичка. Все, все по правильному. Когда, конечно, это пластик размножается, капец. Ультрафиолет его дробит. Сороки тут тусуются. И вот это что это за такая огромная штука? Она огроменная на самом деле. Дорожки такие вот. Надеюсь, меня не поругают. Ну, аккуратно. Давления вообще почти никакого от колеса. Как будто на одной ноге идешь. Лучок здесь. Что интересно, это ж без парничка, без ничего. Вот. Нормально себя чухает здесь. То есть это не вчера посажено, весна недавно началась. Тоже картина такая вот прикольная. С пчелками. Это что-то на банан похоже. Да не, это не что-то похоже на банан, это и есть банан. Я-то знаю, какие бананы, я воровал бананы. Да, это банан растет. Ну, чудненький. Ну, ничего. Тут тусуется, ну, надо посмотреть. Заезжать сюда периодически и познакомлюсь. Я люблю чуть-чуть огородничать, не так, что капец. Прикольно тут такие вот улички. Чисто трава. Ой, как он поет. Давайте постоим здесь, послушаем.
бамбук. Прям бомба. Выехал еще на одну мусорку. Тоже стеклопакеты меняют. И тоже вот целые стеклопакеты. Я просто в шоке с этого. Да, короче, окна для дома здесь достать не проблема. Собака на меня лает. Розочки и лепестки усыпано, отцветает уже. Чайки кричат, рядом море. Вот, конечно, ограниченный у меня телефон по видеовозможностям и чисто программно. Вот это, конечно, плохо. То есть я сейчас не могу переключиться на 50 FPS, переключиться на другой объектив. Поэтому извините за качество, потому что ширик постоянный. Короче, ширик я не могу, когда он 60 FPS, я не могу переключаться на другие объективы. Весна. Весна в разгаре. Щечки-то тут вообще. То, что мне надо, надо сконнектиться. Я тоже хочу такой вот сделать себе садик. Такие лабиринтики. Прикольные. Газончик. Там, я знаю, супермаркет слева будет. Вернусь назад. О, ветрено как. Нам на вот этих вот поворотиках притормаживать, и где двери. Столкнуться. Качельки. Ладно, в
принципе, видео затянулось. Я уже смотрю, я по кругу гоняю.